Гуманитарный груз, который собрали красноярцы, благополучно доехал в зону СВО и нашел адресатов. Сегодня общественники прислали приветы от получателей. Помогли, в общем, чем смогли. Благодаря вам, земляки-красноярцы, поэтому всем большое человеческое спасибо. Проект «Сибири сынам России» довез, передал, загрузил ребятам и передаю пару слов. Благодарю, Красноярский край, город Красноярск, за помощь. Победа будет за нами. Напомним, несколько дней назад активисты, в основном ветераны боевых действий, организовали сбор и взялись отвезти новую партию гуманитарной помощи. Слова поддержки, материальные ценности для фронта собрали жители разных городов и деревень края. Были и конкретные адресаты на линии огня. Активисты все развезли по частям, как делают это практически с самого начала военной операции. Машина УАЗ тоже осталась в одном из подразделений в качестве подарка с родины.